В столице Татарстана разыграны награды Казанского марафона. В соревнованиях приняли участие 14 тысяч спортсменов из 67 регионов России и 29 стран. Основная борьба и интрига завязалась на полной дистанции 42 километра, где выступала элита марафона. Призерами стали представительницы Чувашии, подопечные заслуженного тренера страны Михаила Кузнецова. Серебро выиграла мастер спорта России международного класса Алина Прокопьева, а бронзу взяла двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Татьяна Архипова. Лидером дистанции среди женщин стала Луиза Дмитриева. Поддержали медальный почин наших титулованных спортсменок еще двое легкоатлетов из Чувашии. На полумарафонской дистанции серебряными призерами стали Александр Новиков и Ксения Махнева.